Так, все, новая пачка. Погнали. YouTube, привет. Начинаем мы сегодня с комментария Тошима. Из корейцев еще неплох FT Island, The Rose and Flying, Day6P и более тяжелые. Ну, короче, понятно, окей. Я полюбил корейский рок после Ким Джам... Ну, я, кстати, не знаю, как по-корейски это правильно читается. Ким Я Йонг, наверное. И трек Mine. Посмотрим. Там вроде целый МВ, значит, клип. Погнали смотреть. Корейцы, но не поп. Сегодня у нас начинает эту пачку. Все. Все там идет? Вроде идет. Ребята, громкие. Ох, я какой. Ну да. Какой-то рот, какая. Ну, у них крутые костюмы, кстати. Или это он один? Забавный костюм с рогом. Резко вайбы Хайда. Кстати, да, есть такое. По музлу, по инструменталке. Да и вообще, кстати, в принципе... Да, слушайте, это такой хайд. Современный корейский хайд. Предположим. Да, выглядит прикольно, мне тоже нравится. Вот это прям клёвый стилёк. Ну, клип прям нормально сделан. Красивый. Ох, какие тяги-то, ё-моё. Ну, это красиво, кстати, прям. Какой у него тут костюм вообще? Интересно, в каком году это все было снято. Тоже вампир. Тогда точно на хайде все это. Отсылочка. Ну да, да, есть такое. Не, ну вайбы, да, хайды прям максимально. Там змея вот эта вот у него, и крылья ангел, это вот все, все то же самое, в принципе, у хайда было в свое время. Нормально, кстати. Короче, прикольно.
На самом деле, неплохо, неплохо, неплохо. Начали сегодня с такой довольно, довольно интересной штуки. Получается, таким, как правильно читается, трек Майн. Короче, да, прикольно. Ну, типа, много хайда было, но как бы, с другой стороны, мы вроде бы как будто бы и не против даже. Особо-то такое никто и не делает, вроде бы. Поэтому прикольно. Я бы, ну, блин, я не знаю. В плане трека, там задвинутая инструменталка так была, то есть там много вокала было, инструменталки как будто бы... Ну, типа в конце мне прям понравилось, этот разгончик был хорош, а так как будто немножко не хватило, но в целом вроде прикольно. Такой типа альтрачок реально. Неплохой вокал, очень прикольный визуал, но клип как бы хороший. Хотя в конце что-то перегнули они, ну хотя с другой стороны. Если это тоже омаж на Хайда, то в принципе тогда не перегнули, он сам любит такое делать. Короче, нормально. Я даже не скажу, что это хайп на минималках, потому что на самом деле тут все достаточно по продакшену было хорошо. Что в треке, что в этом в клипе. Прям супер. Ну, типа, умеет, могет. Ну и костюмчики вот особенно в начале прям прикольные были. Нормально. А мне надо на огород идти, а я не хочу. Ну, никто не хочет. Надо, если успею, еще зайду. Давай, давай. Ну, мы сегодня не торопимся, поэтому, я думаю, успеешь. Вот, удачно тебе там на огороде поделал дела. Я после последнего стрима решил разобраться, кого из японцев слушает Spotify. Уже выписал 26, в которых есть миллионы слушателей в месяц. И дай угадаю, ни один из них не Викейщик, да? Прям вот я почему-то чувствую. Так, ладно, ну короче, не, нормально пачка началась, типа вообще красава, лайк заработал меня, изи. Поехали дальше. Дальше сразу веселиться мы сейчас будем. Смотрите, второе, сразу веселимся. Потому что дальше у нас вот так. Так, и прислал это. Прислал это. А, Уму прислала. Карпиклаани. Короче, Карпиклаани шикарная группа. Обожаю Карпиклаани. Я чуть даже на концертах не пошел, но что-то у меня не получилось. Это та самая группа, которая написала песни про водку, про пиво, про текилу, еще у них про что-то было, про маленького веселого бухальщика. И это просто мои любимые песни. Ну, типа, это вот, наверное, моя любимая фольк-группа, если уж так на то пошло. Ну, типа, они угарные. Плюс у них есть охранительный старый клип, который начинается с того, что чувак со скрипкой выходит из туалета. Типа, ну, это идеально. Сейчас они вроде, ну, немножечко отошли от вот этого всего и делают что-то такое более продакшеновые, наверное, ну, из последнего, то, что я смотрю, потому что я немножко за ними слежу. Но все равно вроде прикольно. Вот это я не смотрел, называется Got to Go Home. Вот, давайте посмотрим. Ну, я думаю, там прикольчики опять будут, какие-нибудь прикольчики, опять все вот эти вот фольк-мотивы. Вот, как бы жду, в принципе, вот именно этого. Так что поехали, сразу посмотрим. Так, только сейчас я разверну, что-то мне не развернул на полный экран. Все, едем. Вот они стоят. Красавчики. Ох, бля. Ну все, летняя пачка, летние как бы эти. Идеальный заход в лето, я считаю. Самое смешное, что у них на басу какой-то супер дед вообще играет. Но он так колоритно смотрится. Во. А еще у них охренительный аккордеонист. Мы прям с Корлом как-то его смотрели. Случайно вообще на него наткнулись и просто офигевали, как он там вот это все делает. Надо будет в этом году больше на пляже ходить. Я что-то давно туда не ходил.
Хотя у меня в деревне как бы буквально километр и бесплатный пляж. Так, ща прочитаем после клипа. У меня еще бас розовый, дурно. Ну, вот это откуда мотивчик? Где-то я его слышал. О, пошел. Веселый, при этом тяжеленький такой же. Качает, как надо, прям все. Че, все? Нравится. Окей. Так, ну за Карпиплани огромное спасибо. Говорю, я люблю эту группу, иногда сам ее послушиваю, так что, в принципе, тут нечего говорить, это было великолепно, тем более сегодня июнь, первый день лета. Этот клип как будто бы сам благодать вообще пришла к нам на пачку, так что еще раз всех с летом, кто его ждал. Я не люблю лето, но как бы ладно, пусть будет. Опять же, вот на пляжах вот так вот с друзьями потусить, да, поплавать. Я, в принципе, так сказать, и не против. Надо как-нибудь, блин, оформить в этом летом, как бы собрать уже, наконец, всех друзей, поехать на шашлычки, чтобы там еще пляж был. Вот это такая, типа, у меня, ну, даже не мечта, но просто как-то это надо сообразить, потому что мы как-то все не можем собраться. Вспомнила Барбару Стрейзен. Это вроде тоже ремикс на Бонни Эм, что ли. Так, да, сейчас быстренько вставлю вот топ-10 самых прослушиваемых. И особи, Жукази, Крипинац, Кинж, Аду, Ирошика. Ну, и я из них знаю только вот и особи, и Аду, и это... А, ну Кенши Юнезу, наверное, и вот этого Фуджикази я видел. Ну, не знаю, ну все... Ну... Потому что все сидят, всякие вот эти анимешных девочек слушают, как бы. Ну, я не против, я тоже их люблю послушать. Но по факту там, типа, это просто накрученный хайп, как по мне. Точнее, как накрученный хайп? Японцы просто почему-то вот это вот выкладывают, потому что они работают с зарубежными, наверное, опять же, ребятами. А всякие там викейщики не выкладывают, поэтому вот так. Ну, короче, все, Карпиплани послушали. Мне в целом понравилось максимально. А сейчас, по-моему, будет и викей как раз. Ну вот Айсом ушел, а Вики пришел. Сейчас посмотрим, кстати, кто его заказал. А, Айсом его и заказал. Кстати, вот так что мистер Айсом, который трудится на огороде сейчас, вот, пересмотришь, короче, в записи. Спасибо, что сделали реакцию. Сделать реакцию, наверное, уже на следующий год. Вот это, кстати, умно было, да. Это уже как раз следующий год. Так, как это все правильно называется? Эй? И, а как реально это называется сейчас? Сейчас, секунду, я быстренько смотрю. А... Эй-Йосу, как-то так называется группа, получается. И трек Innocent Lovers, вроде как. Вот, без понятия, кто это, так что поехали сразу смотреть. Где ты, я уже потерял, вот оно. Это какой-то сингл вроде был. Сингл, не сингл, но сейчас глянем. Сейчас глянем, вот, первый ютейчик этим летом.
Надеюсь, будет балдежно. Не, ну идет, конечно, 6,5 минут, но ладно. Надеюсь, не душня. На фотке там какие-то пираты. Мне уже нравится. Это что, пират метал? Потому что единственный в ВК пират метал, а такой существует, я знаю, там этот играл. Гитарист Версалей. Который, как его, Эру. Так, четвертый сингл. А, так это давно был, 12-й год. Пираты, я вспомнил только Ди. Ди тоже, кстати. Но Ди не так, там просто была целенаправленно, по-моему, пират метал группа какая-то викейная. У них всего один клип, по-моему. Блин, я ее вспомню, может, скину потом. Но это будет сложно найти. Это было очень давно и... Фига там мотивы. Блин, мне еще что-то так напоминает. Ду-ду-ду-ду. Какие это было? Такие вот мотивчики. Black Records. Фига, я не ожидал, что будет так тяжело. О, там скрипочка прям. О, бля. Кашулер, ты чё на моем стриме делаешь? Тысячу лет тебя не было. Реально пираты. Офигеть. Прикольно, я люблю, кстати, эту тематику пиратскую, Голкову. Ну, звучит, кстати, прикольно прям. Так плотненько вполне себе. Звали на ней. Звучит очень круто. Да, кстати, будет очень даже прикольно. О, здорово, да. Мы решили пока первую пачку без тебя смотреть эти. Я бы такое заслушал. Я бы такое тоже заслушал. Ну, мне еще нравится стилёк их этот пиратский весь. Я говорю, я ж, ну, типа, неравнодушен к этой фигне. Ну, блин, как они плотненько прям звучат. Блин, они мне еще напоминают ща какую-то группу прям вот именно. Что-то из тоже нулевых. Короче, круто. Еще не вечер. Ну как, 5 часов. 5 часов уже вечер. Называлось, то у меня прям на языке вертится. Там похожий мотивчик и похожий вокал был, кстати.
Или это не Викей еще? Кстати, а может и не Викей нифига был. С чего я взял, что это был Викей? Я просто помню тоже какую-то японскую на песню. Не, ну короче, вот это прям хорошо. Она такая затянута, конечно, немножко, но учитывая, что это прям такая баллада, такая серьезная, то вообще очень даже. Но звучат офигительно, выглядят тоже прям этот стилек у них пиратский. Вообще круто. Короче, нормас. Сегодня прям первое открытие такое. Хорошо. На фоне наушников уже скоро помню. Да окей. Прикольно, прикольно, прикольно. Прям вот это прям хорошо было. Мне прям реально понравилось. Круто. Айсуму огромное спасибо. Как он придет? Если сегодня придет, если нет, то уже на Ютубе. Надо будет их заслушать, и надо будет засмотреть. И реально, это прям какой-то пират-метал. Если да, то это прям вообще супер будет, потому что я люблю пиратские тематики. Все вот это вот. Это тоже однозначно прям лайкосик. Так, ну все, послушали пиратов, давайте дальше едем, не знаю, что дальше будет, но как будто дальше вообще что-то не японское. И сейчас, сейчас. Так, мистер Шулер, а что ты там топ-5 заказывал? Вот это? Так, лягушка КБ написал... Рев Нуар, наверное, называется группа, In Limbo. Новая крутая банда, опять французы, что они себе позволяют? Ну, французы красавчики вообще, они в музло умеют, прям красиво. Я уже забыл, что хотел. Ну ладно, но на будущее, знаешь, да, есть и что. Просто вкинул баллы. Да-да, у меня есть баллы. Так, и да, Константин написал Nightmare. 687 633, самый прослушиваемый викейщик в Spotify. Эти прослушивания только из-за трека в «Тетради смерти». Ну, понятное дело, да. Ну, хотя бы что-то, хотя бы так. Вот. Так, ну поехали смотреть, что за французы. Что за французы. Так, сейчас. Все, едем. Here's pain lies in me. But the blood that drips down my face. I've been learning to wake up with your embrace. Though lately I don't see any difference. No, we don't wanna know what is real. Так, ну-ка, кстати, интересно, Хорщина это будет или нет? Ну, в принципе, да. В принципе, вот примерно этого я и ожидал, если честно. Ну, плотненько, прям нормально, да. О, масочка, это мы уважаем. Бля. Ну, прикольно клип выглядит. Не, ну французы вот это... Вот, это французы. У них всегда со стилем все нормально. О, кстати, по вокалу вайбы периферии даже есть какие-то. Даже большие достаточно вайбы. Короче, ПМТХ
с вокалом периферии. Что-то такое, короче. Ну, прикольно, кстати, звучит. Такой прям мощненький. Клип еще мне нравится. Вот тоже, кстати, красный клип, но прям очень красивый. Ну, гитары еще прикольные. Не, хорошо. Корчу, но не тупое. Да, слушайте, нормально. Мне нравится. Прям очень хорошо. Надо будет заслушать их. Просто в последнее время с Корчиной какая-то такая беда. Я уже, знаете, так предвзято начинаю это все слушать. Там просто скоро будет реакция тоже на одних металкорщиков. Я вот всю предвзятость в этой реакции просто выдам. Вообще, я уже не могу это рандомно слушать на серьезке. Типа, вот кто-то делает вот так вот хорошо, идейно, типа, прям плотненько. Как-то размеренно, качево. При этом еще и мелодично и со своими фишечками, с красивыми клипами. Кто-то делает тупой металкор, и это ужасно. Нет, не на Rising Empire. Я так сейчас заметил, что ни басиста нет в клипе. Интересно. Да, красиво, красиво, красиво. Короче, нормально, нормально, мне прям понравилось. Вроде и Корчина, а вроде прям хорошая Корчина. Прям красиво, красиво, красиво. Лягушка, спасибо большое. Не, ну французы, да, вот тут типа согласен, французы наделали делов, прям вкусненьких делов. Отличный клип, отличный трек. Я надо про... Ну, блин... Я вот на каждой пачке говорю, надо не забыть, и в итоге все равно забываю, потому что слишком много групп надо уже послушать и так далее. И все в очереди стоят. То есть у меня мало того, что у меня стоят комментарии на очереди на пачку, так у меня еще группы просто на прослушивание у меня стоят на очереди. Я такой, ё-моё, где взять столько времени? Не знаю. Кстати, сегодня внезапно, я пока убирался, да, делал всякие свои дела домашние, я просто врубил музон с колонки, и что-то мне прям понравилось. Причем, что, ну, самое смешное, что у меня в какой-то момент играл Ореол, по-моему, потом тоже какая-то Корчина, причем такая... А, потом эти играли... Фу, как они называются, господи, не Корчина, а вот эти дэт-металлисты современные, Orbit Culture. И после них какой-то из треков Радиотехники, и мне все так зашло, прям подряд это прям хорошо так шло. Я такой, блин, ну прикольно вот так музыку и надо слушать. Ладно, заканчиваем эту пачку. Заканчиваем эту пачку на вот этом. Что это такое, сейчас узнаем. Так, опять, кстати, Айсом написал. Кавер класс, интересно, что это было. Появилось снова... О, кстати, 2 месяца назад уже, не 3 месяца. Это возможно... Ну, хотя, мне кажется... Хотя нет, это, возможно, уже в этом году писалось. Появилась новая группа... Zell Terror, наверное, называется. Они сделали реакцию на песню Unchained Identity. Identity — это не они ошиблись, это так и должно быть. Я просто английского не знаю, обычно. Ладно, получается... Тут что, получается тоже какой-то, наверное... А, слушайте, тут не будет клипа. Не будет клипа, поэтому мы не узнаем, ликейщики это или нет, но, тем не менее, раз Айсон советует, наверное, ликейщики. Так что поехали, заканчиваем пачку вот на вот чем-то таком. Офисал Дедик видео. Ну, погнали. Посмотрим, что за новая группа.
Ну что же, откроем для сообщений. Окей. После этой пачки что? Ну, ты как придешь домой там или как куда? И можем твою сразу начать смотреть. Если не успеваешь, то посмотрим еще из комментариев. Трек прикольный, отдает чем-то вообще группами по типу Поймани Тума Пэйм внезапно. И что-то мне теперь подсказывает, что это нифига не Викейшн, хотя хрен знает. Но звучит на самом деле немножко не Викейна, так знаете. Как будто что-то больше просто такой металкор, вальтроковый. Продолжаем комменты, окей, окей. Тогда еще пачка комментов будет. О, пошел. Метал Торшин. Не, ну прикольная песня. Вокал немножко странный, но он как будто бы, знаете, с какого-то такого рокешника. Хотя тут нормально. Группа с 15 прослушиваний на Spotify. Вот это? Блин, ну 15 прослушиваний на Spotify, это, ну, чтобы вы понимали, даже у меня 3000 есть прослушиваний. Мне нужен будет еще вентилятор собрать, но это тема, без вентилятора не жить, согласен, у меня вон сам. Вот это вот и есть вот так вот оно и звучит, чтобы вы понимали. Ну ладно, все рандомдыны выиграют. Вот это не надо было, зачем? Что это за кринжовый гутурал внезапно? Ну это, конечно, не надо. Ну это ж как я. Единственный, кто вот таким полугутуральным вокалом умеет, ну типа, нормально делать, это вот Кьё из Дерен Грей, кстати, как ни странно. Потому что он как будто бы по технике что-то такое же делает, но у него это получается по-другому. Но когда все вот эти вот викейщики японцы начинают это делать, это немножко кринжово. Потому что, ну вообще, это кринжово еще было тогда, в 10-15-х годах. И сейчас даже бегушки никто не считает за что-то серьезное. Так что я бы, конечно, так не делал. Ну ладно. Тут хотелось группу с двумя треками. Ну, блин, знаешь, можно так стрельнуть одним треком, что у тебя будет миллион прослушиваний. Вот у меня, например, друзья собрали новую группу. Цепария она называется. До этого мы с ними играли в трех группах почти с этими чуваками. И у них тоже два трека, но я думаю, у них куда больше, чем 15 прослушиваний. Плюс они до концерта сейчас собирают уже и так далее. Нет, слушай, два трека это не это. Можно и с двумя треками и людей на концерт собирать, и как-то двигаться. Просто, скорее всего, там нет никакой ни рекламы. Они вообще, наверное, просто случайно вкинулись на Spotify и ничего с этим не делают. С другой стороны, я тоже так сделал. Я просто закинул все свои песни на площадки и ничего с этим не делал. Единственная какую-то рекламу, которую я делал, это была реклама в ВК. Потому что, ну, типа, я не знаю, где еще как-либо делал. И все равно там какие-то прослушивания есть. Но единственное, у меня там почему-то стрельнул трек очень странный, которого я не ожидал, что он стрельнет. Ну ладно. Короче, вот эти Zell Terror вроде с одной стороны неплохо, с другой стороны так, немножечко проходничок. Мне не очень понравился вокал. Он какой-то сначала он какой-то полурокерский был, орал нормально. Вот эти вот гутуралы были просто лишние, это не надо было делать. А так, типа, ну такой модерн, металкорчик. Ну,
предположим, прикольно было бы еще на них посмотреть, наверное. Вот, и, в принципе, что, ну, наверное, все. Первая пачка закончена. Так вот быстренько она прошла, кстати, пока не душно, пока прикольно. Так что давайте эту пачку заканчиваем, тогда сразу переходим к следующей.